Не дай эдемцам запудрить тебе мозг. Каждое утро у меня... Добрый день, сэр! Привет, чувак! Кармина говорит, что когда-нибудь можно будет гулять и бегать, и в салки играть. Еще один херовый день. Спасибо, Рэй. Улучшить. Третий уровень пушки. Давай его создадим пистолетик. Ага, недостаточно компонентов, понял. С глушителем хорошо было бы. Огнемет, пиломет, давай его изготовим. Или нет? Магазин на 10 патрон. Блин, тут опять нет этого. Ничего не хватает. Да, какой-нибудь штурмовичок сейчас сделаем себе. Пистолет пулемет сейчас. Я там что стоит? А, вот это-то. А, он проигрывает даже, ну.
Дробовик. Давай его изготовим. Так. Еще одна. Навык качать надо. Это вот. Так. Пистолет-пулемет, да, третий уровень, а у меня что стоит? А, он проигрывает, понял. Давай снайперку сделаем, вот, возьмем. Мы не смогли бы восстановить процветание. Еще один херовый день. Спасибо, Рейдер. Я очень ценю минуты тишины между перестрелками. Вот патрон забыл купить. Все. Так. Испытание? Пиломет, да? Ну ладно. Давай сделаем с пиломета над кого-то убить. Нет, в следующий раз. В следующий раз. Так, испытание. РПГ любитель, у меня есть РПГ, да? Так, карта. Тип оружия, над которым я работала. Меня прижали. Нельзя дать... Так, я вот хотел вот сюда съездить. Грейсу. Хотя сейчас... Слышал, как рейдеры у церкви кричали что-то о росомаках. Вроде бы эти твари мешают им попасть в пристройку с каким-то добром. Было бы клево, если бы мы смогли их опередить.
погнали. Так, кого с собой взять? Испытание. Тимбера надо, значит, взять. Так, а испытание, что там у меня? Так. Ой, ладно. Тиндер упали. Квадрик. Те, кто не видел коллапс, просто не видел. Растения. Надо тоже собирать их. Испытание идет тоже. Там, а нет, это животное. Я на себе прям завалил его сразу. Ой, красавчик взял, завалил сразу всех. А, блин, пушка крутая. Это, конечно, круто. Ага, вот этот квадрик.
преобразилась. Перед взрывом мы сцепились с людьми. У меня есть то, что тебе нужно. Перед взрывом мы сцепились с людьми Иосифа. Возможно, он все еще опасен, но он явно изменился. Отлично. Если что, помни, я здесь. Хорошо. Буду помнить, что ты здесь. Да, вот ночью хорошо собирать. Вон там, берегись! Привет. Если бы вы с Рашем не помогли, от процветания бы камня на камне не осталось. Че, ладненько, поехали. Дальше. Да ладно, вот я пришел, выходи. Тимбер, догоняй. Еще тайнички. Что, поехали дальше, Димбер. Да, кто-то едет.
А, нет, не сюда. Показалось. Отходи, 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 Тимбер. Что это такое блестит? А, другой цветок. Блин, как сейчас хорошо прям собирать. Блин, оба квадрика сгорели, хреново. Ладно, поехали на тачке. Тимбер не поможет, мне никто не поможет. О, мне моя собачка помогла. Тимбер, Тимбер, там кто-то едет. Квадрик, поехали на нем. Фига себе, тачка заминирована. Что, у тебя какое задание? Давай посмотрим, по пути будет. Один мой знакомый недавно пропал. Постоянно говорил о том, как круто было бы поселиться в пещере у реки. Думаю, сам он уже мертв, зато вещи по-прежнему валяются где-то там. Найдешь их, они твои. Ладно, уезжаем отсюда. Так, у реки он что-то там сказал, да? А, во. Сначала сюда-то
Титаник. Поехали туда, да. Тимпер какой прям бежит и отстает. Стой, не стреляй. Ох ты, засад попал. Уезжаем. Ага, погнали. Блин, пушка классная, автомат. Валит прям вообще. Повал. Скинул уже. Ага, он туда. Ну ладно. Далековато. Говорят, у Грейс украли что-то ценное. Она столько всего сделала для процветания. Мы должны ей помочь. Вроде она пряталась где-то на старой ферме Sunrise. Это Грейс Армстронг. Рейдеры захватили. Понял. Сейчас поможем ей. Только у меня, блин, патрон нет, конечно.
Так, что, ладно, едем дальше. Здоровенный, блин, мамонт, медведь. У меня патронов нету. Надо аккуратненько подбраться. Что-то едет сюда. Нет, мимо рядом. Все, потихоньку всех завалили. Это Грейс. Четыре колеса.
Так, а это что такое? Ну-ка. Сейчас посмотрим, что там. Не успел шифт зажать. Я думал, я всех завалил. Я ранена. Сейчас подожди, я помогу тебе. Я понял, в чем прикол. А, нет, нифига. А как попасть внутрь? Зачем кошка там? Странно, 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 странно. Ну ладно. Это Грейт. Еще одну шестеренку надо где-то найти, я знаю где. Thank you.
Давай. Неплохо. Мы могли бы друг другу помочь. Ты тот самый чужак? Ты попортил рейдерам немало крови. Супер. Наконец-то молодежь включилась в борьбу. Я Грейс. Не будь я слепой, как крот, сражалась бы вместе с тобой. Я уже не та, что прежде, но все равно стараюсь быть полезной. Осознав, что я уже не могу целиться и стрелять, как раньше, я смастерила пушку с учетом этого. Если честно, я воспользовалась твоей идеей. Добавила пару прибамбасов. Будь я понаглее, сказала бы, что это лучшая пушка в округе. Вот только рыб... Срань господня! Вот и ты, сволочь! Спасибо. Вот только рейдеры украли ее у меня и спрятали в старом депо. Там они хранят все, что отбирают у местных жителей. Будет непросто, но поверь мне, рискнуть стоит. Найди пушку, забери украденные припасы и перебей всех, кто встанет у тебя на пути. Понял. Спасибо. Так, журнал. Тайничок, да, грабануть? Давай я прям все тайники сейчас. Так, сейчас еще вот сюда вот залезу. Смотрю, что есть тут. Все. В принципе. Хоть мы их и прогнали, такое ощущение, что рейдеры вообще не заметили потерь. Погнали, туда съездим. Принесем. Так. Навыки. Вот это вот. У тебя что за задание? По ней не скажешь, конечно, но бабуля стреляет лучше всех нас. Она построила стрельбище в той стороне. Если ты ей понравишься, она может тебе помочь. Бабуля. Ну, поехали к бабуле съездим. Подожди, я наверное квадрик возьму. Лучше квадрик возьму. А его нет уже. Его уже нет. Ну ладно. Oh, my God.
Ё-моё. Гоним, гоним. Поехали. Эх, ты дай мне перезарядиться. Сейчас, Тел, держись. Отлично. Так, по испытаниям. Девять уже. Блин, классная пушка. Снова классно. Поехали дальше. К бабуле мы едем. Карта. Да. Так, ну посмотрим дополнительные задания, да? Что за задание? Похоже, рейдеры наладили производство этанола в старом элеваторе. Нам и самим бы этанол охеренно пригодился. Аванпост. Где он? Ох, видишь, мне по пути. Сейчас мы пойдем на этот аванпост, значит. Он прямо под нами.
Зараза. Пуль, все, охренеть. Это вот очень плохо. Хера тут народу. Так, это, конечно, все круто. Все, аванпост захватили. Спиртзавод. Освобожден. Что-нибудь интересненькое найдем здесь, нет? Там охрененный пожар!
стрелы. Пожар, пожар, пожар бушует. Нет ничего интересного, блин, поживиться-то нечем. Патрончики, патрончики. Далеко отсюда демцы сжигают своих мертвых. Говорят, у них там и какое-то скрытое убежище. Думаю, тебе стоит посмотреть. Неподалеку останусь. Давай. Сюжетное задание выполнено. А потом до бабули дойдем. Рейдеры опять нас перед заводе. Там они делают этанол, можно будет его прихватить. Но помни про сигнализацию. Сработает, нагрянет штурмовик. Понял, понял, спасибо. Так, какой-то полёт, кто-то меня что-то видит, я...
Нифига, ты добежал все-таки до меня. Питание. Еще чуть-чуть. Тимбер, ты что там делаешь? Бизон, блин. Давай, браток, хватит лежать. Мы с вышки здесь посмотрим. Когда доберешься до депо, пошарься по грузовым вагонам. Рейдеры хранят в них добро, которое забирают у нас. Моя пушка должна быть там.
Что-то я мало кого из народа вижу. Отлично. Чем больше нет никого? Так, а задание у нас что, освободить их, да? Кокон тут, наверное, какой-то. Так, пока тишина, странно очень. Странная тишина. Субтитры сделал DimaTorzok.
Где такое животное? Так, а он туда как попасть, я даже догадывался. Как-то сверху, надо наверх как-то забраться. Скряги. Давай, дружище, подъем. Круто. Целься в металлические поверхности. Так можно достать врагов, сидящих в укрытии. Идеальны против ублюдков со щитами. Так. Один из трех. А где еще? Ну, куда надо бежать? Красавчик, прям запрыгнул.
Так, еще где-то украденный компонент. Кажется, на самом верху надо как на самый верх теперь забраться. На самый верх. Где пёс-то, ё-моё? Ты чё там? Ругаешься со всеми. Украденный компонент, где я еще не смотрел. Блин, такую пушку я выкинул. Ну, нет. Классно, ну ладно. Ничего.
Кто-то что-то лежит здесь. Так, как найти-то украденные компоненты? Вроде все облазил уже. Наверху здесь я был, крыша был. Мне кажется, скорее всего, как наверх надо забраться вот. Как? Я пока не знаю. Интересно. Так. Понял. Еще раз. Так. Ну-ка еще разок. Это что за домик? Thank you.
Заколебал он тут лазить. Так. Что-то я не пойму, короче. Странно, люк есть. Смотри, кто же теперь не допрыг... Ага, понял, разгоняться надо. Попробуем сейчас разогнаться. Не получается. Странно. Да ё-моё. Чем за фишка здесь? В чём? Может, мне не надо наверх? А смысл мне наверх? Написано туда. Чё, кто-то опять едет? Охренеть. Вернитесь, Грейс. Ладно. Пойдем. Ты отлично потрудился. Отлично справился. Навешал этим рейдером. Пушка твоя. Ты же помнишь, что у меня зрение не к черту. Думаю, тебе она пригодится больше, чем мне. Припасы, которые ты добыл, принадлежали людям. Пусть теперь вернутся к ним. Жители процветания с умом используют все, что ты им дашь. Я в том числе. Да-да, я собираюсь осесть в процветании. Если тебе или твоим друзьям понадобится пара уроков, приходите. Береги себя. Хорошо. Собачка. Мы честно украли все эти ништяки, а кому-то хватило наглости стырить их у нас. Теперь нам придется обобрать твоих людей до нитки. Только в этот раз мы не будем такими вежливыми. Так, что, возвращаюсь на базу.